В преддверии республиканского субботника в самом густонаселенном микрорайоне столицы открыли экологическую тропу «Каменная горка» на территории прихода храма святого Николая Японского. Свои усилия объединили представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, духовенства и ведущие самого молодежного телеканала страны «Беларусь-2». Участники субботника высадили липы и провели работы по благоустройству прилегающей территории. К ведущим присоединились и жители микрорайона. Министерство природных ресурсов большое внимание уделяет охране окружающей среды, улучшению и укреплению биоразнообразия. Особенно это важно и в городах, где действительно так получается, что зеленых насаждений, к сожалению, становится меньше. Поэтому эти деревья поднимутся и прибавят сюда здоровья и радости людям. «Беларусь-2» весенняя, значит, молодежный канал. Мы решили весну тоже приурочить и к новому сезону, и к новому весеннему сезону, и лету, и к тому, чтобы действительно посадить деревья. И, как я уже говорил ребятам, все они, конечно, звезды. Но звезды на телевидении – это такая эфемерная персона, которая пришла, ушла. А деревья, они все-таки останутся. Поэтому звезды садят звезды. Где-то так. Организаторы субботника уверены, экологическая тропа станет любимым местом прогулок для жителей Каменной Горки.